живая лошадь. Ее крылья, видно, исказил изъян. Бедняжка. Хотел бы я жить на небе и целыми днями объезжать лошадей. Ah!
Thank you.
Итак, дитя, что ты сумел узнать? Из пламени Ян-Ди и кусочков небосвода мы сделаем мощную огненно-небесную штуку и шарахнем равновесием по изъяну. Будь осторожен. И не суйся куда не надо. Держись подальше от всяких чудовищ. И не забывай мне звонить. Все ясно? Не думай, что я отпущу тебя одного. Пойдем, я тебя познакомлю. Он сумеет присмотреть за тобой. Такой красивый. У него есть имя? Его зовут Цзин Вэй. Прекрати, Цзин Вэй – красивое имя. Неважно. Я разработала одну технологию. Она сделает твое тело легким, точно ветер и листья. Класс! По-моему, сначала надо к дереву Цзяньму. Около него всегда раньше появлялись радуги, и я... Ты найдешь осколки небесного царства и принесешь мне пламя Ян-Ди. Радуги тут ни к чему. А может, рядом с мертвым драконом будут подсказки? Ведь драконы — повелители стихий. Дитя, хватит! В Пенлае не осталось радуг. С тех пор, как возник изъян. Не может быть! Сосредоточься. Тебе нужно найти осколки неба и принести мне пламя Ян-Ди. И прошу, будь осторожен. Богиня, говорят, ты сделала нас, обмакнув веревку в жидкую глину и покрутив над головой. Из капелей вышли люди. Наверное, это был тяжкий труд. Нашел! Yeah!
Этот кусочек неба жутко грязный. И, кажется, притягивает чудовищ. Своих родителей? Я смутно помню их, но как будто это было давно. Возможно, мне так кажется. О, ясно. Я научился давать отпор всем. Людям и богам. Людям. Может быть, эта штука подойдет? Богиня Нюйва, я нашел кусочек неба, но он весь в этой штуке. Он испорчен. Надеюсь, есть еще незапятнанные. Пенлай когда-то был землей радуг, верно? Может, те драконы на востоке? Даже не вздумай, дитя. Никаких драконов. Найди еще осколки неба и неси скорее мне. Ладно, ладно. Но сперва посмотрю на дракона. Возможно, Не отставай, пацан! Еще немного, и я освобожусь! Мне чудятся голоса? Свобода! Этот череп вонял, как немытый раб. Спасибо, пацан. Мое имя Хун. Важно уметь сразу понравиться дракону. Так ты... дракон? А то кто же? Я, может, не совсем целый, но в моей власти исполнить почти самые смелые мечты. Если ты говоришь правду... то помоги мне вернуть равновесие этой земле. Эй, не спеши, я же сказал почти, помнишь? А как насчет радуги? Радугу сделаешь? Пацан, радуги — это моя специальность. Мы, драконы, прямо-таки круче всех, когда дело касается стихий. Отлично. Но, боюсь, дело не так просто. Но сперва я должен воссоединиться с сестренкой, Ни. Мы с ней одно, в буквальном смысле. Поможешь дракону, и драконы помогут тебе. Небо в чистейшей форме. Наверняка вместе мы сможем еще лучше помочь богине. Ладно, но ты смотри, выполни обещание. Выполню.
Подвезешь меня? Ого! Не очень-то приятно. Похоже, скверна распространилась очень далеко. Постой. Так вы двойняшки? То есть, двухголовый дракон? Ну точно, я на верном пути. Здорово быть драконом. Ваша сила может творить столько чудес. Ага, например, с ней всегда можно испортить людям пикник. И все? У них тогда такие лица, чистая яшма. Не бойся, Ней, это всего лишь человек. Ничего личного, окей? Привет, Ней, я Ку. Всего лишь человек, спасший тебя и твоего брата. Спасибо. В общем, насчет радуги. Слышал о Лэйдзе? Славные соседи, разумные цены, роскошные грозы. Нам с ней нужно встряхнуться, и лучше места не найти. О доме драконов? Всегда мечтал увидеть его, конечно. Погоди. Ты где? У тебя все в порядке? Ты цел? Почему так долго? Богиня Нюйва, у меня отличные новости. Возможно, я знаю, где раздобыть осколок неба. О, превосходно. Возвращайся скорей. Нюйва? Проклятие.
богиня, что я нашел? Где ты был так долго? Ты сумел найти осколки неба? Я нашел кое-что получше. Духов двух драконов. Они сотворят нам радугу. Драконы? И где же они? О, они не могли идти сами, и я пустил их в свое тело. Эй, вы, вылезайте! Что ты сделал? Что еще они тебе обещали? Эти драконы опасные, дитя! Ты же видел, как хаос меняет небесные создания! Да, ты права. Я видел небо, искаженное изъяном, но небосвод-то на месте. Почему тебе так трудно сделать выбор? Не говори со мной о выборе, дитя. Ты слишком многого не понимаешь. Мне не раз приходилось делать трудный выбор, чтобы защитить людей. И идти на жертвы. И ты ни о чем не жалеешь? Все вышло как надо? Жалею? Я и сейчас поступила бы так же. Все, что я делала и делаю, ради людей. Ради тебя. А ты просто... Ты не можешь просто сидеть смирно и не рисковать. Богиня, сейчас люди как раз сидят смирно. И не по своей воле. Я верну силы драконам сам. С тобой или без тебя. Вернешь? Стой, ты не знаешь. Вернись, дитя! Что ты сделаешь, богиня? Заставишь сидеть смирно? Я не стану тебе мешать. Поступай, как сочтешь нужным. Осторожен. И хорошо ешь, дитя. И навещай меня чаще. Хм. Может, она кое-что поняла? Huh.
Легенда гласит, что мастер Фуси очаровал богиню, сбросив с вершины огромный мельничный жернов. Yeah!
вернулся. Тебе так нравится играть среди мертвецов, малыш? Это место было чудесным, а ты превратил его в зоопарк чудовищ. Боги были голубями, которые забрались в сорочье гнездо, малыш. Я лишь все исправил. Пользоваться орудиями труда умеют обезьяны. Да? Ну, даже голуби умеют. Осторожно, малыш. Это устройство уничтожило множество мелких мошек. Неплохо, неплохо. Твоя грациозность в воздухе наверняка наполнит сердца врагов смертным ужасом.